dvhub.ru. Имеется в виду, что мы пошли на тригорд по количеству одновременно накормленных грибов. Уха будет пропорция 250 грамм. Далее. Значит, вот здесь располагается основная зона, зона производителей. Мы предполагаем, что будет примерно 100 торговых мест, экспо-мест. Это наших производителей Хабаровского края, которые будут продавать свою продукцию, как я уже сказал, по ценам ниже, чем в розничной сети, минус 10-15%. Вот эта зона рестораторов, вот желтым отмечено, это ресторанные дворики. dvhub.ru